Бывает и такое, когда надо достать постельных клопов, мы отрываем плинтуса верхние для того, чтобы нанести препарат. Вот так вот. Все зараженное. Под обоями постельные клопы, вот так они выглядят и так они живут. Вот так они у вас перемещаются по вашей квартире. Но от нас он не убежит. Работаем в Красноярске, в Красноярском крае на результат. Нужна помощь, звоните. Поможем.